Итак, всем привет! Это видео, оно затянулось на очень долго. И в этот раз даже не потому, что я его не записывал, а потому что... Все дело в том, что с Quartbuster Shelly получалось просто, ну, неистово долго эти... Да, 30 миллионов скачиваний, это просто дохрена, и мы чудом вообще смогли их набить. И поверь, просто верьте или нет, я все это время копил это. Да. У меня есть где-то аккаунтов 15, там где и ни на одном из них у меня еще не собраны никакие подарки. Сегодня у нас будет просто лютое открытие стардропов плюс яиц, плюс я затащу слинт с Quartbuster Shelly. Короче говоря, дел просто по горло. Ну, вперед, ребят. Я ждал все это миллион лет, и у меня даже есть небольшой такой сюрприз на основе, то есть мы откроем очень много стардропов. Прям очень, отвечаю. Что же, сперва давайте самое лайтовенькое такое, да? Это пин, давайте посмотрим на него. Ну, юзать, конечно, можно, но не нужно. Типа, есть явно и лучше. Так, ладно, окей. Самое слабое, самое бесполезное, это, само собой, Pre-Star. Хотя эпик это неплохо, давайте пин. О, ну неплохо, неплохо. Могло быть хуже, я бы сказал. Теперь уже откроем, давайте 10 стардропов. И я надеюсь на какой-нибудь дроп. Хотя, ну, смотрите-ка. Неплохо так, нам нужно много-много голды. И какая-нибудь там косметика, я не знаю. Типа, это все, что вообще. Просто остальное, в общем, максимально не важно. Ну, конечно, кредиты было бы тоже неплохо, но там. Типа, если это меньше, чем 500, о, спрей. На Брок у меня уже был и пин, и спрей на основе. Прикольно. Ну да. Собственно говоря, конечно же, 10 дропов это не так уж и много. И теперь 6 яиц. Погнали! Я понадеюсь на что-нибудь годное. Так, давай. Мутация. Ну, если это не мэг, то мне оно, в принципе, нафиг не нужно. Или какой-нибудь там тик. Понятно, бесполезно. Давай, давай, уже давай. Опа, опа, опа. О, это моя вторая лего на аккаунте. Пожалуйста, давай что-нибудь годное. Давай, давай, давай. Что-нибудь нормальное, умоляю. Найс, так и такой цвет. Синий. Просто топ. Хоть что-нибудь годное мне дали. Просто это мой первый брейн... Чего? Опять? Что? Два подряд? Это нормально? Ты шанс 2% сработал два раза. Вы сейчас что, угораете? Годзилла бас. Ну, я больше уже давайте тогда ни на что не надеюсь в этом открытии, потому что мне уже выпало на... То есть у меня будет две годзиллы базы, вы понимаете? Это вообще что? Так, ну, это было последнее яйцо вроде бы, да? Или там еще одно? Подождите, давайте посмотрим. Погнали, последнее, давай, удиви меня. Я уже не знаю, чем меня можно будет удивить, ну... Ладно, окей, я рад, что нам там выпадала куча мутаций, хотя они там в основном бесполезные. Ну, к Сигре Баста не так уж и плохо. И теперь то, ради чего я вообще ждал. Все, погнали. Шелли. Очень классный скин, максимально мне он зашел. Но из тех, кто умеет, я вам самый лучший, поэтому мы его без промедления ставим. Так, окей, открыто. Все, ладно, первый аккаунт закончился. Хотя, ну да, закончился. Нет! Боже, какой же там закончилось? Боже, нифига у нас там не закончилось. У нас также еще здесь просто миллион разных стардропов. Погнали, открываем. Что же тогда? Я бы тоже подкопил. Просто я решил тут не открывать. Типа, нафига открывать, если все равно будет такой ролик масштабный. И, ну вот. Это было неожиданно. Офигеть. Блин, простите. Дыша. Кредитов, так. Чего? Два подряд. Я думаю, это уже падает спайк, ребят. Ну, у меня нету скина спайка лучше. Блин, я рад, смотрите-ка. Персонаж спайк, он лего. Из леди скина лего. Это то, чего всегда хотят. Правильно, правильно. То есть мне уже на этом аккаунте выпало два легендарных яйца с офигеннейшим дропом. И плюс еще и... Две леди. Тоже с офигеннейшим, без преувеличения дропом. Мифик. Давай еще 500 кредитов. Пин на ПМ. Ну ладно. Пин на ПМ это тоже как бы да, не самое худшее, что нам могло выпасть, мифика. Так, погнали. Еще 100. Кайф. Давай. Блин. Давай еще кредиты. Кстати, реально это классный пин, смотрите-ка. Ну все, у нас буквально последние, да, дропы здесь. Но все равно мы еще даже не закончили с этим аккаунтом. Так, открываем. Хотя я уже не знаю, типа после видео со стардропами... Который у меня даже у меня, который затянулся на целый час. Что вообще может кого-либо удивить, я не знаю. Тем не менее, мы переходим сюда. Ребята, у нас здесь есть еще больше стардропов. Потому что я с чемпионатов мира здесь, собственно говоря, собирал. Погнали, так. Открываем все это дело. Давайте это будет, кажется, долго, я думаю, длиться. Давайте я вам буду показывать нам только эпики, мифики, леди. Думаю, да, давайте сделаем так.
Эпик первый. Ну, стоп, это ведь эксклюзивный спрей. Ну, это круто. Мифик, мифик, мифик. Не, это, кстати, хорошо, 500 монет, типа, да, кто бы что ни говорил. А это прекрасно. Так, окей, у нас есть даже деньги, то есть потом в будущем мы еще сможем... ну, там, типа, как это сказать? Я прокачаю туда персонажей себе по-любому. Нам выпало целых 4 мутации. На Бо, на Прима, на Грома и на... На кого еще? На База. Ну, неплохо. Значит так, погнали на наш второй аккаунт. И здесь у нас уже там, да, есть какие-то тоже награды. Да, определенно. Так, начнем с самого, пожалуй, да, уже теперь даже будет неинтересного. Это скин, да, выбрать по-любому, определенно. И, ну, пин я даже не знаю, есть ли его смысл собирать, а? Давайте мы лучше сосредоточимся на том, ну, как бы, да, для чего мы тут все и собрались, собственно говоря. Погнали, открываем. Эпик с одного. Один уже такой же хороший был, как... Это нормально, что один с дроп, он там дроп лучше, чем в 10. Ну и самое топовое, R6. Ладно. Окей, мутация. Давайте себе на Мэг какую-нибудь. Ой, так что я тоже там, да, неплохая мутация, но... Самое говно, которое могло выпасть. Мутация. Окей, удиви меня. Два раза на бесконечный боеприпас, опять мутация. То есть это уже какой старроп, твоя эта штука. Просто это четвертый, понимаете, сколько же большая разница. Опа, эпик. Мифик. Давай. Ну, серьезно. Самый... Ну, хотя это, конечно, не самое худшее, но все-таки. Так, ну, блин. Фигня какая-то. Мутация на Пайпер. Неплохо, мутации там были довольно-таки неплохие, но все-таки. Так, у меня здесь что-нибудь есть? Да, реально, есть один стардроп. Окей. Так, погнали. Открываем. Мифик, давай удиви. Сту? Это сту? Нет, это скин на сту, ну ладно. Скин тоже получаем, конечно же. И яйца. Первое же яйцо на буквально всем аккаунте. И неплохая иконка, окей. Так, давайте мы будем открывать яйца, наверх будем бить. Блин, не получается наверх. Давай теперь будем бить вниз. Так, теперь только бьем только вниз. Тоже не получается. Только бьем... Так, это комбинацию я делаю какую-то. Комбинацию лютую, блин. Да, просто сказать, это лютейшая комбинация на эпик. Отвечаю, отвечаю. Так, все снаряды... Опа-опа. Ну все, это было последнее, да, я так понимаю. Да. Но у нас есть также еще дневной стардроп. Вон. У меня есть просто гениальный план. Видите, нам тут буквально капельку не хватает. Ну мы делаем как бы... Слипаем. Делаем так. Просто изи. Я гений, согласитесь. Просто гений. Эпик. А еще один эпик. Ну, спрей и скин это прям круто. Подряд. Это прям вообще даже очень неплохо. И, конечно же, яйца открываем. По-любому так. Йоу! Йоу! Я просто открывал максимально быстро. И паладин вольт. Это, конечно, хорошо. Так. Я снова попробую открыть мег быстро, нет. Я буду пытаться открыть быстрее. Так. Окей, все. Откроем мег быстро. Ну, блин, в этот раз это не работает. Хотя, ну нет, такое себе. Такое себе, да, определенно это не самое лучшее. Что нам могло как бы упасть? Конечно, на Шелли это неплохо. Вот у нас есть скин, у нас есть мутация. Хотя мутация, она как бы, да, через 5 дней уже будет пропадет, то есть, да. Так, давай-давай. Ну, много мутаций, но... Не, я как бы, да, леди, конечно, я рад, но не более того. Погнали, у нас новый аккаунт. И он нас сразу же так вот прекрасно встречает. Так, стоп, что? Йоу, йоу, я получил нового персонажа, это же Бас. Да, у Мифи, кстати. Я даже не заметил. То есть скажем так, я забыл. Так, а что у нас тут? Что, может, мы куда же купим, а? Блин. Офигенно. Самая лучшая покупка в моей жизни. Откроем. Эпик прямо со старта. Ок. Еще один эпик. Ладно. Что я открываю? Я даже не заметил, куда нажал. Блин, яйца. Ну ладно.
От перестановки слагаемых сумма не меняется, хотя мы... Давай, давай. Let's go! Ну, это какой-то желтый? Нет, это... Блин, реально, черный, мне кажется, самый топовый. Хотя не знаю, ну... Синий, как будто бы, знаете, он самый беспонтовый. Хотя я не знаю, честно. Блин, хз. Мутация на Карл, окей. И все, да. А нет, еще одно есть. И оно меня даже не подвело, а так особо. Ну, нет, подвело, ладно. Мутация — это фигня. Вот бы за мутации бы давали бы награды. Я там даже видел концепт. Там, типа, за мутацию одну, там дают 100 монет. Условно, грант 20 собрал, там 20, там 20 мутаций, в конце там тебе дают 2000 монет. Такое было прям неплохо бы даже в реальном Бравле, как бы. Прям очень даже неплохо. Блин, еще один. Let's go. Так, очередного база мы собираем. Все-таки такого я не могу, как бы, упустить такую возможность. Это все-таки персонаж, которого я бы хотел бы получить. Потратить лишние секунды своей жизни, но зато потом это мне, я уверен, как-нибудь аукнется. Все-таки приятнее, когда у тебя есть персонаж, чем когда у тебя его нет. Согласитесь? Нам уже полно эпиков, но их это уже... О, мифик. Да, эпики я уже не буду озвучивать, это Анжела Элтест. Это наш первый персонаж, и я надеюсь, то, что это наш не последний персонаж. Это я, Анжела, что это, в Рофлите? Еще и скин на Сэнди. Ну, это прям очень приятно. Это прям много эпиков, много скинов, много... Но есть персонаж, это прям офигенский такой наборчик. И самое приятное, это яйца. В таких количествах я их еще никогда не открывал. Еще ни разу не покупал вообще, в принципе, до 6 яиц, поэтому для меня это вообще офигенно. Для меня каждое яйцо это буквально, да, на вес золотом на основе. Еще бриллин, прикиньте, удастся собрать это всех... Чё это Годзилла, да? Это, ну, я имею в виду Кайдзю. Это удастся собрать все цветные вариации Годзиллы базы на одном аккаунте. То есть две у меня как бы в теории есть. Осталась одна, вау, немного осталось, знаете. М-да. Ну и все. А нет, не все. Опять же, нас провожает последний путь Стардроп. Награды сезона были собраны автоматически. Это интересно. Так, мы уже на этом аккаунте. Ё-моё. Блин, а вот что если собрать база там? Тогда что даст-то здесь? Я даже не знаю. Вам это показывать интересно или нет? Но думаю... Я не знаю, что я думаю. Так, ладно. Собираем. Давайте в этот раз мы начнем с Шелли. Ну, типа, потому что я могу, почему бы и нет, так сказать. А теперь мы давайте соберем яйца. Вот просто максимально рандомно. Да, такой вот рандом нам нужен для освобождения 100 блинков. Это мутация. Такой, знаете, да, ритуал. Вот что вам дороже, мутация или 100 блинков? Конечно, в зависимости от того, то есть, когда вам будет мутация. Если прям в самом начале, тогда, наверное, это круто. Но сейчас мутации, когда осталось буквально 5 дней, пока они работают, наверное, такое себе. Давай, блин. Спрейт, конечно, хорошо, но даже без мификов как-то прям очень грустно. Хотя, что, из 6 яиц, чтобы был мифик, это тоже довольно-таки большое везение. Блин, ну куда я постоянно нажимаю? Погнали, еще 10 аздропов. Открываем. Лего, Лего, это... Блин, реально, сегодня на основе прям, это, мне кажется, мой первый ролик, там, где на основе прям реально настолько сильно везло. То есть, это наше буквально первое лего, хотя мы открыли уже там чуть ли не под сотню дропов, и это довольно везучий аккаунт. Ё-моё, я думал, что это падает за Карл с ушами. Да, то... еще один мифик, куда так много, блин. 6 она в конце мификов нападала на последних двух дропах. Ну и последний, вернее, еще не последний, ну как бы еще, ну как бы последний, ну как бы... И да, я только что заметил, мы, оказывается, там пропустили один аккаунт, поэтому мы исправляем свои ошибки и открываем здесь. Яйца, окей. Ладно, я случайно нажал. Блин, почему мутация такая? То есть, анимация... О! Боже мой! Это что ли? Я что? Я не верю своим глазам, ребята. Это мутация на Мэг. Это, кстати говоря, аккаунт там, где у меня 25-я Мэг. И пушил не тогда, когда был. И на Сту, и на Мэг. Давайте мне еще на Рика, тогда я просто офигею. Давай, давай. Фрэнк, это как-то вообще не Рика. Теперь даже как-то хочу получить какую-нибудь мутацию еще лютый имбу. Рика, Тик или Габс.
Что же, прима, это явно не то, на что я так рассчитывал. Ну ладно. Погнали так, награды. Ё-моё, аж целых два стардропа. Ну это же прям реально круто. Должно было быть. Так, на этом аккаунте у нас тоже нету базы. Поэтому что же мы с ним делаем? Мы его, конечно же, собираем. Аккаунт вообще какой-то максимально непутевый. Нифига нормального. Пока что. Так, ну эпики падают, там уже был спрей, кредиты. Еще один эпик, ну блин, аккаунт от слова не впечатлил совсем. Конечно, эпиков много, но это не то, чего я и выходить, я думаю. Так, у нас тут новый аккаунт, который пока что еще не заканчивается. Думаю, то, что здесь был смысл собрать пин и посмотреть на удачу вот теперь вот. Я даже не посмотрел, есть ли у меня бас там, кстати говоря, ну потом это еще глянем обязательно. Пока что я даже на прошлом аккаунте вообще там даже не комментировал яйца. А вот сейчас... Боже мой, наконец-то, опять лего. Боже, как же мне сильно повезло, на основе раз мне там выпало целых... Че это желтый? Это какой это синий? Ну, синий самый бесмонтовый, поэтому пофиг. Опа. Ну, тут такое тоже везение очень даже неплохое, но... С основой там, где мне выпало Годзилла Бас... Это совершенно никак не сравнивается. Мифик. Давненько их уже не было. Но как-то с мификами или без. Чё? Я не могу творить дальше, а могу. Да. Лучше особо с мификами или же без не становится. Ну и финальный стардроп этого аккаунта. И все. Хотя нет, стоп, подождите. Откуда? У меня сейчас очень много вопросов. Наверное, там играл мой друг, или... Я без понятия, как это произошло, но... Ой. Но мы как бы разве против? Мы как бы вообще не против. Нам бы чем больше дропов, тем лучше, поэтому... Йоу, да харе уже! Я нажимаю постоянно туда. Так, все, погнали. Почти уже все мы открыли. Ну вот и все. I'm amazing. У нас тут... Ой. Буквально... 10-й день моего захода в эту игру, у нас юбилей, кажется, да? Ну вот, насколько мне сильно не нужен эти аккаунты. Короче, тут на этом аккаунте у меня очень классное количество побед 3 на 3, поэтому я больше никогда не буду там играть. И, собственно, да. А винстрик у меня какой? Такой же, ну вообще по кайфу. Так, и у меня весь аккаунт типа связан только с кольтом, у меня все купили только на нем или... Вот нет! Ну да, 900 кубков на кольце было бапнуть, конечно, тяжело пятой силы. Так, ладно, неважно. Это нас не интересует, потому что нас интересует бас, которого у нас нету. Я уже, на самом деле, перестал даже это смотреть, но тут мы давайте его соберем. Мифик. Лего. Лего, 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 лего. Ну давай. Брок, это синий? Нет, это я никогда не могу это угадать. Ладно, блин, пофиг. Это был красный. Так, еще на Лего нет. Удачи у того моего аккаунта никому не удастся, блин, повторить, знаете. Вообще никому, и я от этого только рад. Да и тем более нам на основе там еще упало 2 лети, так что это вообще трындец. Хотя, конечно же, на других аккаунтах мне было там, да, толком нет Brawl Pass, или вообще его, как обычно, у меня его нету. Тем не менее, 2 лети там, 2 лети тут, это... 2 лети с шестиц, и пиши подряд, это же просто жесть. У нас тем более мифик и классный пин на бо. А тем временем наши стардропы, они тоже уже закончились. Это последний, да? Нет. Это последний? Нет. Это последний? Да. Ну и... Стоп, я собрал... Блин, я на прошлых аккаунтах там то ли ее скипнул или что такое, или мне показалось, я даже не заметил. Неважно. И последний, что мы откроем, или же нет. Давайте, я еще в этом не уверен, так сказать. Нет, это было последнее. О господи, боже мой, ну и последний наш, ребята, аккаунт, это аккаунт, на котором у нас там датлуком ничего нету, это наш аккаунт там, где я только открывал стардропы, ребят. Это full аккаунт only стардропов, короче. Но яйца это тоже как стардропы, поэтому давайте-ка мы тут вообще откроем все, хотя, ну да, давайте мы тут все-таки все откроем. Я даже честно не знаю, надо ли мне собирать этот скип, потому что ведь only стардроп аккаунт. Давайте мы даже не будем, а. Вот просто дропы, only дропы.
И нормально. Так, ну пока что везение вообще не на нашей стороне, ребят. Вы ровните 5 редких. Это аккаунт 6. Это аккаунт, который просто прокачивается только за счет них. И вы мне тут еще смеете давать редки. Хотя бы за мифик спасибо, но... Вы угораете, да? Это трындец. Даже ни одного пина. Куда? Я не знаю, это считалось как что-то плохое или же нет. Потому что с какой-то, да, типа, другой стороны... Давайте мы это тоже откроем. Фри бравлер. Я даже не знаю, нам его собирать или нет. Я думаю, даже мы давайте его не будем собирать. Нафига нам он, серьезно? Ну, блин. Скажите скин имба. Согласитесь? Как бы там ни было, это просто шикарнейший скин. Мне пофигу, что вы о нем думаете. Скинов лучше, тем более, у меня все равно нету, поэтому... Я просто рад. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока.